Мексиканские пчелки-убийцы – одно из самых интересных явлений владивостокской сцены конца 90-х – начала 2000-х. Приморская рок-группа исполняет песни, которые сочетают в себе массу стилей. Это панк, ска, фанк и даже баллады на старофранцузском. Составляющие музыкального стиля можно перечислять долго. Последний раз они выходили на сцену 2 года назад, когда праздновали свой юбилей. И вот теперь они снова возвращаются с большим сольником. Нет такой какой-то потребности дикой, чтобы выходить на сцену, то есть вот в этом качестве, да, то есть и тем более, что и у меня не есть чем заняться, ребятам тем более, вот, поэтому мы делаем такие перерывы, но чтобы нам соскучились, опять же, здоровье уже у многих не то, как бы, я думаю, что после концерта, который был 2 года назад, уже все пришли в себя, то есть и могут повеселиться. В эфире радио VBC музыканты рассказали о будущем шоу. Гостей концерта ждет классический состав группы с духовой секцией и лучшими хитами. Приморские рокеры отметили, что ждут на концерте любителей рока всех возрастов. И тех солидных и успешных горожан, что любят вспоминать свою лихую молодость, отплясывая под разгильдяйский и прекрасный в своей абсурдности ска-панк. В коллекции у пчелок много золотых хитов. На концерте прозвучат любимые нетленки владивостокцев про беззубую девочку, Катюшку и, разумеется, Колобка. Июня клуб «Водолей» в районе полуночи концерт группы «Мексиканские пчелки-убийцы» почти с оркестром. До встречи. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на 8.